Дорогие зрители, приветствуем вас на нашем канале. 2022 год начинается крайне нестабильно. Каждый день мы вещаем вам о событиях, которые происходят в стране. Поделитесь своим мнением в комментариях по этому поводу, поставьте лайк, поддержите и подпишитесь на канал. Причины смерти в сообщении не указаны. Поэт родился 5 июня 1948 года в Саимпурском районе. Окончил филологическое отделение историко-филологического факультета Тамбовского государственного педагогического института по специальности русский язык и литература. Без отрыва от работы с отличием, Северо-Кавказский, Ростов-на-Дону, социально-политический институт по специальности политология. После обучения он работал учителем в Южном Казахстане. В Тамбове и области занимал пост помощника губернатора и пресс-секретаря. Удостоился звания заслуженного работника культуры РФ, лауреат многих премий. Почти 20 лет своей жизни журналист посвятил газете «Тамбовская жизнь». Коллеги запомнили его как доброго и внимательного соратника, много сделавшего для развития газеты. В Тамбове на 74-м году жизни скончался поэт, журналист, член Союза писателей и Союза журналистов России Валерий Марков. Спасибо за просмотр. Поделитесь своим мнением в комментариях, поставьте лайк и подпишитесь.